Недавно полтора или два тома назад я читал первую книгу, которая, где говорилось, так сказать, совершенно откровенно, подлинные цитаты Ленина у Яковлева, Крестосев, Россия. И пару дней спустя видел по московскому телевидению Зюганова, так сказать, он мавзолея, восславлял Ленина. И я себе задаю вопрос, как это возможно, как это общество принимает, потому что в России было сделано очень много. Вот, например, Яковлевской книги, там 50 томов документов, здесь этого нет, совершенно уникальных документов, которые вы, наверное, тоже из них черпали. Да. И у меня такой вот несколько крамольный вопрос. Почему вот произошло вот германское, так сказать, почему развивалась Германия так, как развивалась после 1945 года? Почему, так сказать, ничего такого в России не было? Но победителей не судят. Не было Нюрнбергского процесса, и который бы, конечно, в России нужно было устроить. Но видели бы перспективу такого радикального, так сказать? Вы знаете, это абсолютно необходимо. Другое дело, что, понимаете, Нюрнбергский процесс по закону римского права мог быть над живыми людьми. Понимаете, над каким-нибудь Риббентропом, там, Герингом. Вот, но здесь этих людей нет. Но, конечно, что-то такое, вот какой-то процесс над делами людей абсолютно необходим. Потому что до сих пор на каждом шагу вот сталинистов немало и коммунистов. И говорят, когда сравниваешь Гитлера и Сталина, говорят, Гитлер был осужден на Нюрнбергском процессе, Сталин не осужден. Да. Как вы можете их сравнивать? Сталин не осужден. Не да. Вот, теперь, понимаете ли, в Германии, я вспоминаю опрос, проведенный в 1972 году в Гамбурге, в британской зоне оккупации, в 1947 году, значит, наиболее выдающимся деятелем Германии в Гамбурге, город не самый отсталый, не Бавария, там, я имею в виду не в смысле отсталости, но в смысле очага такого консерватизма, около 70% сказали, что Гитлер самый великий человек Германии. 47-й год. Два года прошло. Ну, опрос, понятно, слепой. Поэтому никто за что не отвечал. Вот. Понадобилась целенаправная деятельность союзнической администрации по уничтожению, по вытеснению, по денацификации. И то всплески шли, да и в общем идут на силу. Нельзя сказать, что денацификация проведена на 100%. Тот, кто имеет доступ в германские дома, беседовали за кружкой пива, за стаканчиком вина и сыром с луком где-нибудь в Майнце, с немцами услышат такое, что розовый флёр потускнеет, к сожалению. Вот. И тем не менее, мне рассказывали старые немцы, как учителя в 50-е годы, который говорил, что, конечно, Гитлер совершил много преступлений, но он сделал много хорошего, тут же выгоняли из школы. Вот тут же, на следующий день уже его в школе не было. Это было, ну, а у нас. Понимаете, поэтому мы только сами можем провести свою декоммунизацию. Мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. И поэтому я видел еще одну задачу этой книги. Пусть это будет путь к декоммунизации России. Потому что пока у нас есть вот этот коммунизм как приличное, как доступная, как возможная политическая альтернатива, будущего у России нет. Я в этом совершенно уверен. Андрей Борисович, разрешите мне опять задать вопрос, а кто же проведет эту декоммунизацию в этом обществе? Эту декоммунизацию в российском обществе проведут люди, которые, во-первых, осознают, что такое коммунизм, и выберут тех политиков, которые тоже будут понимать, что такое коммунизм, и в отличие от простых людей будут знать механизмы избавления от него. То есть, соответственно, необходима большая последовательная культуротренерская работа. Без этой работы ничего не выйдет. Понимаете, у нас нет внешнего рычага. Мы не можем, как Сталин говорил, я ткну в коммунизм. Народ, помните,
у Солженицына, как щенка в молоко. Понимаете, мы никого в антикоммунизм не ткнем. Мы должны учить, объяснять. Это задача учителя, задача отца, задача профессора, задача каждого ученого, исследователя. Мы – это большой процесс. Сколько времени, много он займет времени, я не ведаю. Здесь и телевидение, и радио, и все. И у нас сейчас, слава Богу, у нас, может быть, нет политических свобод, у нас нет свободных выборов, у нас есть гражданские свободы, слава Богу. Можно писать, читать, говорить, выезжать и въезжать. И вот то, что нам возможно, это надо использовать полностью. А тогда со временем будет политическая свобода. Ваши вопросы, пожалуйста. Знаете, Андрей Борисович, у меня такой вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Минчич, я чек, я не россиянин. Но вопрос вот такой. Говоря о опыте, тяжелейшем опыте тоталитаризма, допустим, в России, надо понять, что, наверное, и здесь, в Чехии, в Чехословакии есть какой-то опыт, 50-летний. И я хотел обратить ваше внимание на один такой нюанс. В то время, как мы чехи можем, а многие это делают, многие честно, многие используют это как лазейку, когда оцениваем свое прошлое, его воспринимаем как что-то чужеродное, что нам было навязано извне, из той же самой России, ну, Советского Союза и так далее. Для многих из нас это служит как определенные алиби. Знаете, отречься, я не виноват, я это не сделал. Но с другой стороны, это помогает тому, что возможность возврата в этом, контексте снижается. Потому что возврат к этому, это означает возврат к чему-то чужому, не своему, чужому. И вот у меня такой вопрос. Тот момент, о котором говорили в начале вашей книги, все прописан, что Россия должна полностью положиться исключительно на свои собственные силы. Она не может сказать, что и кто-то другой это навязал, что это было импортировано извне. Этот момент, этот дефицит этого внешнего фактора силы, насилия, да, извне привлеченного, он является, мой вопрос, залогом того, что новая Россия станет иммунной против этих повторений, или наоборот, что это дает, говоря на медицинском языке, возможности рецидива. Спасибо. Опять же, очень сложный вопрос, конечно, очень глубокий вопрос. Вы понимаете, я думаю, что, конечно, проще было бы, и даже, кстати говоря, кое-кто в России сейчас пытается найти тоже такого внешнюю причину, говорят о жидомасонском заговоре, о том, что там евреи, грузины, кто угодно. Вот, только не мы русские, а мы русские, там, за царя, за отечество, ура, вперед, шашка на голову. Вот, но на самом деле, конечно, это смешно. Там, да, немецкие деньги тоже, все это было, но это не значит, что немецкие деньги были и в Англии, и во Франции, что-то там ничего этого не произошло. Понимаете, коллаборационистов посадили во Франции, посадили в Англии, повесили там, и так, и за это все закончилось. Вот, а в России они победили. Поэтому немецкие деньги, естественно, были положены на хорошую русскую подоснову. Поэтому нам никуда не деться от того, чтобы себя не осудить. Но я думаю, это очень полезно. Вы понимаете, так же, как вот человек, совершивший какой-то неправильный поступок на обыденной жизни, ему всегда легче сказать, что я не виноват. Это вот так жизнь сложилась, это вот соседи плохие, это мама у меня такая была неважная, вот она так меня воспитала. Я не виноват. Знаете, как сейчас там перестрелял людей где-нибудь там в кино. А то говорит, а у меня, говорит, родители в детстве били. Что я тут ничего. Вот. И глупые там судьи, да, это серьезно, били, конечно, жалко. Вот, понимаете, у нас это не получается. В детстве, конечно, били, но такие же русские люди. Вот, нас. И в этом смысле нам полезно, очень полезно, и всегда по-настоящему преодолевается, ну, скажем, твоя собственная, не дух духовный, твоя собственная слабость, когда мы скажем, найдем себе мужество сказать, да, виноват я, да, я сделал неправильный выбор. То же самое, я думаю, в России. Мне кажется, если мы найдем силы не только сказать, но и реально увидеть эту вину, то тогда действительно иммунитет будет сильно напущен. Спасибо.